let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле, я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры, мы вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. И худеем дальше. Девчата, у нас прям лето. У нас наступило лето, резко. Такая погода классная, посмотрите. Я уже сегодня даже без колготок. Но сегодня, я утром еще удивилась, было прохладненько. И смотрю прогноз, плюс 25. И без колготок. Плюс 27 должно быть. Я думаю, наверное, будет так классно. Смотрите, прошли все дожди, и резко наступило тепло. А мне Андрей говорит, да, конечно, будет 1 мая. Ты что, забыла? 1 мая все пытаются купаться. Да. Ну, конечно, под этим делом, но уже многие купаются. Идут на шашлык на море, и первые заплывы делают. Ой, все, сразу так настроение поднимается, такое кайфовое. Конечно, потому что целую неделю шли дожди, а теперь вон какая погода классная. Все расцвело, да. Все зелененько. Мы опять находимся в больничном городке. Потому что дочку отвела на математику, она тут рядышком совсем. Поэтому мы здесь гуляем. Решили прогуляться. Вон роддом, девочки выглядывают. А мы сейчас туда пойдем. Да. И у нас несколько вопросиков. Давай туда пойдем. Вот тут служебный вход какой-то. На завтраке буду есть котлету с говядины, а также тушеный кабачок с помидором и укроп. Кушать буду творог, кусочек черного хлеба, огурцы, помидоры, лук, зелень, болгарский перец. Так, все это с оливковым маслом. И еще на десерт миндаль и грецкий орех. В обед мы со Светланой едим смесь овощей, также по голени куриной, запеченной в духовке, а на десерт у нас будет по банану. На ужин я ем вареную куриную голень, тушеные овощи, пекинская капуста, болгарский перец, кабачок, лук, чеснок, одно яйцо и свежий помидор. Кушать буду творог с курагой и черносливом. Зашли во вход больничного городка. Да. Сейчас тут немножко погуляем. И ответим на вопрос. Да. Знаете, я помню это здание. Я тут когда-то пыталась в эту контору устроиться, когда только приехала после... А что тут? После института. Здесь контора, где работают вот эти бухгалтера и все остальные. А, по... Я по когда зашла, показала все свои документы. И мне женщина говорит, и ну и что вы мне тычете этими документами? Почему тычете? Ты принесла я просто. Я говорю, да я хотела устроиться к вам на работу, а ты требовалась от помощника бухгалтера. А она говорит, а с чего это вы взяли, что вы можете претендовать на эту должность? Ну просто вот таким все время тоном был расспрос. Я говорю, я просто и... Так только по связям беру, да? Ну вот потом мне так и сказали. Я говорю, ну как, я думала, что молодой специалист... Хочу работать, буду быстро учусь, буду выполнять любые задания. А она кукис масла? Она сказала, что она мне намекнула, что у них уже есть подходящая кандидатура, и что им пришлось заявление написать это объявление только для того, чтобы положено. Им сказали написать. И я тогда первый раз окунулась. Вот это вот, что все родственники, знакомые, вот это вот, да, по знакомству, даже просто на помощника бухгалтера в те времена за 4 тысячи рублей. Такие цены были. Ну, тогда еще были цены, конечно. И сейчас 1008? О, не, нет, минималка на 12. Ну, 1000, да, 16, там, вот так вот. Конечно. Так, не будем об этом, о грустном. Ну, да. В моих воспоминаниях. Я просто после института так хотела по специальности работать, стать специалистом, потом по этой карьерной лестнице. Опыт работы набить. Но, знаете, если ты приехал в чужой город, и у тебя нет ни знакомств, ни связи, очень плохо, что у нас именно в России все делается в основном так. Всех своих детей засовывают... Жен, ну все как обычно. Знакомых. Знакомых, да, через магарышки, через знакомства какие-то делаются. Если нет, конечно, придется тебе как-то в этом мире выживать.
Брагин Лайф пишут. Девочки, привет. Расскажите, пожалуйста, как относитесь и пробовали ли вы Лиавит и так, тому подобному? А еще стоит ли каждый раз вешивать еду? Может, за время вашей диеты глаза уже запомнили примерную порцию? Так, Лиавит это что? Это для похудения? Я вообще не знаю, если честно. Короче, если для похудения, я только один раз в жизни пробовала Лида. Это... Ты так любишь про нее рассказывать. Ну, просто это единственное, что я пила из... для похудения лекарства. И все. Ну, я похудела. Через неделю прям сильно начала худеть. Отбивает аппетит. Но оно вредное очень. У меня начала кружиться голова. И я бросила. Девочки дальше продолжали. Мы с подружками пили. Они тоже похудели сильно. Ну, там надо было вообще месяц или больше. Они тоже 2 недели попили, им тоже стало плохо очень, они тоже бросили. Ну и все. Это вся моя, ну то, что я пила из лекарств таких. Вот. Подружка другая купила себе кучу баночек для похудения за бешеные деньги, за 15 тысяч. А что за баночки? Для похудения, я не помню название. Редуксин, что ли? Нет, таблетки. А, значит, в основном редуксин и все на не этом. Не знаю, короче, я не помню, это было давно в Ростове. Вот, и это за 15 тысяч по тем деньгам, это на сейчас 1030. И она печенюшки запивала этими таблетками. И, ну, она, в общем, не похудела от этих лекарств. Вот, это все. Ты пила когда-нибудь? Нет, я вообще не думала о похудении полжизни. У меня жизнь пролетела как мгновение. Я думала, что ну, немножечко я располнела. Когда-нибудь это пройдет. Все, что я думала. Девочки, я не знаю, я, может быть, всю жизнь живу в каких-то розовых очках, но при этом я... Да ты видишь себя со стороны. Я критично отношусь, я знаю, какой у меня размер. Я не ужасаюсь, что у меня 60-й там размер. Я всегда знаю свой вес, свой размер. И не знаю, никогда об этом не парю сильно. И поэтому я, конечно же, ничего такого не пила. И вот тут вопрос. А еще, стоит ли каждый раз взвешивать еду? Девочки, ну да. Стоит, чтобы приучиться. Ну да, вот тут еще спрашивают. Приблизительную порцию вы знаете? Конечно, на тарелке ты уже знаешь. 250-300 грамм. Не, просто знаю, на тарелке 2 ложки гречки, чуть-чуть с горкой, это уже 100 грамм будет, это уже 100%. А это максимум, например, из углеводов, что можно съесть, если ты еще белок 100 грамм съешь. И овощей полтарелки. Да, и полтарелки овощей. Посмотрите, диетолог вот Сергей Обложко, или как его имя? Обложко, да, в общем. Сергей. Он такой смешной и классный диетолог, у него прям по тарелку очень... Метаболическую тарелку, да. Он хорошо объясняет, как ее есть. Вы прям наберете, да. Метаболическая тарелка. Да, там вот. Прям фотку можете... Обложка. А потом он, смотри, как объяснился красиво. Ну, там все прямо сказано. Так, в этой тарелке. Дальше следующие вопросики. Андрей нам... Видите, мальчики активировались. Андрюша, привет. Нас, оказывается, мальчики все-таки смотрят. Андрей пишет. Я тоже пьющий человек. Мы только не поняли, что значит тоже. Ночью тяжело просыпаться. И ночью тяжело просыпаться тоже не поняли. А зачем вам ночью? Обычно утром тяжело просыпаться. А зачем вам ночью просыпаться? Это, видимо, у него юмор такой. Спасибо, что вы написали. Юморист всегда очень интересный. Тонкий юмор. Очень юмор. Специфический. Присаживайся на лавочку. А вы ночью и не просыпаетесь. Вы ночью спите, а утром просыпаетесь. Ну, может быть, еще добавить просыпается парень. А, ну да, он же пьющий. Может, он о своей боли нам рассказал. Ну да. Так вы бросайте, вы тогда сразу похудеете. Да. Вот как ты продолжаешь выпивать, живот растет и растет. Потому что рот не закрывается. Пока ты пьешь, ты еще ешь очень много. Особенно всякое мясо закусываешь этим мясом разным, рыбами солеными, копчеными. Угу. И только ты начинаешь... Вот, я просто знаю одного мужчину, вот мы с ним иногда ходим в тренажерный зал, я просто не буду рассказывать. Конечно. 2 года назад ему стало очень плохо. От алкоголя. От алкоголя. Ну, прям очень плохо. А потом он решил изменить свою жизнь. И он стал ходить в тренажерный зал и напрочь бросил пить. И вот он уже сбросил килограммов 60, наверное.
Он уже так подтягивается. Мы зашли, он там, не знаю, с 50 подтягивается. Да. Может, больше. Мы виделись так. У него, ему прописали план питания. Он его придерживается. По вечерам мы его видим на улице, он ходит. И он из старого какого-то деда, хотя ему 50 лет еще такого нет. Такого полумертвого, извиняюсь. Да, ему 45 лет еще было или 47. Он выглядел уже как такой мужчина, подтянутый, здоровый, самый главный. А сейчас он как будто молодой парень выглядит. Офигенный, с настоящей мужской фигурой, широкие плечи, тонкая талия. Чуть-чуть еще остался живот, но он сказал, быстро же так все не убрать. Самое главное, уже не полумет, потому что он прям еще бы чуть-чуть и казался бы. Такие были отеки, болеть. Глаза прям, как, ну, вот знаете, на выкат вот были вот такие. А потом сейчас все отеки сошли, такое лицо симпатичное стало. Просто удивительно. Угу. Что творит вот это вот ИСИДЗ? Алкоголь. Да, когда ты избавишься от этой привычки пагубной. Да, и сразу и думаешь, что кушаешь, и спорт появляется. Так и денег-то сколько экономится сразу же. Да. Вот мы на праздники, например, не выпиваем. Сколько тратилось раньше? Ты все равно хочешь, да, на Новый год. Какое-то дорогое шампанское. Да сейчас и не даже если закажешь каких-нибудь дорогих там роллов, дорогущих там каких-нибудь креветок там жареных. Это все равно не столько денег, если ты вместе с алкоголем. Ну, ты все равно 2-3 тысячи там, ну, 5 там максимум. Это там, если обойдется. Если несколько человек, и да, большой стол надо накрывать. А с алкоголем минимум 20-30 тысяч. Это чтобы всех напоить, да, и да, все не думали, что ты жадный, например. Еще всех угощать. Если еще на 2 дня, второй день там первого придут похмеляться с пивом, еще что-то. Да-да-да. Светлана пишет. Сестренки, привет. Может, не по теме, Светик, скажи, пожалуйста, как ты лечишь спину? Вчера такой прострел был, в глазах потемнело и затошнило, еле встала. Хотя бы... До визита к врачу. Как облегчить боль? Напиши, пожалуйста. Ой, я не пойму. У меня просто спина, девчата, не болит. Я вот зарядку делаю. Ну, она мне... Нет. Она там всякую растяжку делает. Ну как, немножечко. То, что я, может, вот так постоянно поправляюсь. Может, поэтому решили, что у меня больная спина? Она просто привыкла иногда горбатиться, иногда вспоминает. Я вот не могу сидеть ровно, как бревно. Это очень хорошо. Это вообще привычка классная. Я люблю сгорбатиться, еще что-то. А потом она вспоминает, да, и сразу выпрямляет. Да, ну так, как бы болезни у меня нет спины. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ну, зарядка творит чудеса. Да. Делайте зарядку. Совет по Бубновскому. Но лучше консультация с врачом. У него самая лучшая зарядка вообще. Если он таких больных людей поднимает с кресел, то посмотрите, у него очень много классных, ну, зарядок. Да. На там, все там мышцы. Там не обязательно, да, вот эти всякие тренажеры его покупать. Можно просто включить его эту вот гимнастику. Именно гимнастику. Партерная гимнастика по Бубновскому называется. И вы будете в шоке от нее. Да. Не, ну вы начнете. Не, у него на все части. Если вот у вас больная спина, прям забейте и послушайте, что он Чали говорит. Да. Мы вначале, когда нам папа советовал 2 года назад, мы говорим: папа, да-да-да. А про себя думали, не будем этого деда смотреть. Старого деда. А он молодой. Не будем слушать нашего деда. После аварии. Про старого деда. После аварии собрал себя. Папочка, не обижайся, но мы так думали. Этот сам, как его, Бубновский, он себя поднял с кресла, собрал по кускам. Это еще в 20 лет. Да, после жуткой аварии. И столько лет уже живет. И не остался калекой, а стал спортсменом, и еще и лечит всех остальных. Да-да-да. Это не реклама, это папин любимый врач. Бубновский, наверное, в шоке, что мы его бесплатно все время рекламируем. Потому что он умничка, его грех не рекламировать. Ну, бывает же много последователей у каждого специалиста. Да, мы его боготворим. Потому что... Да, такой шустрый дяденька. Вы, а у диетологов у меня любимая обложка. Он такой юморной. Ну, потому что он, да, юморист. Интересно, а он самый худенький такой от природы? Нет, он, ну, я не видела, но говорят, что он был толстый, потом похудел. А кто такой говорит? В интернет. А, мне что-то не кажется, чтобы он... Такой, такая у него... Конституция. Структура, да. Что мне кажется, что он никогда полный. Ну, надо погуглить. Вроде бы, типа, он был полный раньше. Просто хорошо, что он еще и психиатр. Самое главное, что надо вот это вот лечить. Голову лечить. Все, жучки повылазили. Потому что сколько ты себя не занимаешь за день, я уже себе столько заделей придумала, что у меня расписано время с 5 утра и до 2 часов ночи.
Но при этом у меня все равно не проходит мысль о еде, девочки. Я не и знаю. Не пойдет. Надо... Многие говорят, ленивые, они, если у них нечем заняться, они жирные. Да не, неправда. Самое главное, я прочитала, что нужно вначале обесценить еду, что тебе прям она особо-то не нужна. Ты ешь просто для здоровья. А как если я с курочкой танцую? Да, да, разговариваю. Да-да-да. Кто тебя сейчас кушает? Вот давай ложечку. Ням-ням-ням. Мои милые друзья. Ну вот надо с стаканчиками своими бороться. Опять только психология. Сейчас мне опять какой-нибудь мальчик напишет, что Кристина с головой не мальчики должен. Мальчики, пишите. Нет, нам наоборот нравится ваш юмор. Вы как-то даже и девочки, если пишите. Нам пишете, то вообще как-то безлобно. Хоть и там эти тюлени и все остальное. На тюленей мы вообще не обижаемся. Да вы ничего не пишете. Нет, так просто на тюленей потом еще написали, коса так выбросила от нефтяного какого-то там этого. Я надо все время все скриншотить, а потом читать, что они пишут. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say